Привет, друзья! Сегодня мы с вами попробуем опять покопать. Почему опять? Потому что я дважды выезжал и ничего. Ну, один советик нашел 3 копейки 74-го, ничего интересного. Так что вы не думайте, что у меня выходят видео и все время есть монеты. У меня, как и у всех, бывает ноль. Просто я такие видео не выбрасываю. Или там, где пару советиков. Для меня совет — это монеты, но кто такое видео будет смотреть? Его надо монтировать, делать, озвучивать, а на выходе мы получаем ноль. Зачем заморачиваться? А если будет больше 3 находок, все, это для меня уже коп. Так что такое видео имеет право на жизнь. Сегодня поедем на одно поле. Точнее, уже приехали на одно поле. Здесь было... А что? Все было. Советы были, монетки Елизаветы попадались, Екатерины. Ну, как повезет. Поле уже вспахано, потому что у нас долго не пахали, дождей не было. Но все, не было время, работа. Я думаю, уже здесь местные копатели побегали, и вот так. Но, как говорят, выбитых мест не бывает. Поищем, походим между следами. Я, бывает, нахожу монетки даже в следах, потому что человек делал шаг, катушкой махнул раз, потом пришагнул еще раз. А вот это вот промежутки под ногой бывают, попадаются монетосины. Так что поищем, покружим, а вдруг? Чего еще сказать? Да ничего не буду говорить, чтобы много... не делать бла-бла-бла. Давайте походим, поищем, а вдруг, потому что скоро зима и уже будем только смотреть чужие видео. А пока идем копать, смотрим. Ну чего тут показывать, поле как поле, вспахано, следы уже сразу увидел, как будто футбольная команда приехала. Но может быть и нам чего оставили, может дед Хабар все-таки знает своих и приныкал нам чего-нибудь. Ну что, давайте походим, покружим. А если ничего не найду, удалю. Что, впервые, что ли? Ищем. Вот, друзья, за 40 минут первый сигнал. Ветер сильный. Будем закрывать, следов море. Сейчас выкопаю и посмотрим. А что, выкопал? С 3-го раза. Не знаю, видно вам или нет, сигнал не поменялся. 30-32. Так бьет совет. Все, с 1-го раза. Крутяк. Так. Крутяк, ты где? Через камеру ничего не вижу. Ага, вижу. Какая-то штука. Какая-то штука. Сережка какая-то большая, какого-нибудь викинга. Так, секундочку. Во, какая штука, походу это какая-то ручка с чего-то. Просто ее вот так вот плугом разогнула. А в принципе вот такая вот ручечка. Попробуем подровнять. И будет в коробочку с разными штуками. Приятная находочка. Я думаю, что это царизм. Забираем и продолжим искать. Вспашка грубая, но земля мокрая, поэтому можно и ходить. Если бы была сухая, то все, хана ногам. А так походим пару часиков. Смотрите, нашел я сигнальчик. Но опять сигнальчик какой-то жбони или совета, глубина 3. Сейчас выкопаю и посмотрим. Копнул всего 2 раза. Вот отсюда, сюда. И вот наша находка, смотрите. О! Ха-ха. Это, по всей видимости, совет. Совет, ты кто? Пятак? Пятак 34-го года. Да что там, 33-го, чего мелочиться? Так, ничего не вижу. Just moments. Ну, почти угадал. 5 копеек ранних советов 1937 года. Чуток подзатертая, но сама монетка живая. 37 года. Я не знаю, чего стоит 37 год. Посмотрю, если чего стоит, напишу. Крутяк, красивая находочка, забираем.
5 копеек ранних советов 1937 года. Материал алюминиевая бронза, гурт рубчатый. Диаметр монеты 2,5 см. Вес 5,1 грамма. Стоимость монетки в хорошем состоянии около 20 долларов. В нашем, конечно же, намного меньше. Но все равно у меня такая первая, так что зачет. Смотрите, сколько ягоды. Уже был мороз, должна быть вкусная. Сейчас попробуем. Грязной перчаткой. Угу. Вкусная. Нарву домой витамины. Много ее здесь, смотрите. Рви не хочу. Поле хорошее, мусора немного. Сигнала, правда, немного. Но походить можно. Скоро зима. Выбирать не приходится. Все, пойдемте дальше. О, трактор разворачивался. Следов моря. Нашел наконец-то правильный сигнал. 44-42. Временами 46. Это уже где-то час. Уже думал домой идти. Думаю, еще минут 15, если не будет. Все. Так. Сейчас выкопаю и покажу. Фух. Где-то выкопал. Уже 48. Может, железяка? Ну, чистый для железяки. Не, здесь нету. Опа, в руке. И не вижу через камеру. Монета? Сейчас так посмотрим. А, монета! Первая медь за сегодня. Крутяк. У, не маленькая. По ощущениям толстая. Так, монетка, ты кто? Секундочку. Вова! Я же говорил, здесь есть такие монетки. Это у нас, по всей видимости, 2 копейки Елизаветы Петровны. У, крутяк, люблю такие монеты. Подзатертая, но все же это же 700-е года. Даже Георгия видно. Чуток по нему попало. Но это не я. Почистим дома и посмотрим. Крутяк. Это у меня сегодня находка дня. О, все, уже видос выйдет. Круто. Забираем и покружим. На-на-на-на-на. 2 копейки Елизаветы Петровны 1758 года, номинал под Святым Георгием. Гурт рубчатый, материал медь, вес такой монеты 20,48 грамма, диаметр 31,34 мм. Тираж неизвестен, но нашел в одном источнике 111 миллионов 800 тысяч штук. Если это не так, то поправьте. Опа, смотрите! Еще 20 минут скитаний, и у нас очередной красивый сигнал. 26, глубина 3. Ну, так у меня бьет. Золото, наконечники, пробки и советы. Сейчас выкопаем и посмотрим. А вот, смотрите, только вставил лопату. Во как. Комок лопнул. И вот наша монетосина. Во. Опа-на. Ха-ха! Походу советик. Советик, советик. По размерам трюндель. Так, секундочку, не уходите. Да, 3 копейки ранних советов 1934 года. Я знаю, пятак 34 стоит денег. А 3 копейки не знаю. Может, тоже чего-то стоит. Посмотрю. Обязательно скажу или напишу видео. Интересно, монетка больше живая, чем не живая. Может, будет хотя бы на мороженка. 34-й год. Интересно. Я уже находил в этом году пятачок, который стоил денег. Если интересно, ссылочку сброшу сверху видео. Все, забираем. 3 копейки ранних советов 1934 года. Материал алюминиевая бронза. Вес монеты 3,1 грамма. Диаметр 2,2 сантиметра. Гурт рубчатый. В хорошем состоянии такая монетка стоит в пределах 2,5 баксов. Но в нашем состоянии цена небольшая. Спрячу камеру от ветра. Стою, друзья, на доме. Не знаю, видно вам, да не видно. Следов море. Но вот смотрите.
Какой-то сигнал. Глубина 3, чистый, 18, 14. Самому интересно, и прям возле, вот след чей-то. Вот где катушка, след. Сейчас выкопаю и посмотрим, чего тут пропустил копатель. Нам оставил. А мы копнем онлайн. Может быть, какой-то шмурдяк. Уже 32. Может быть, конечно, и гильза. Но... Опа! Да. Она самая. Но суть в том, что человек пропустил цветной сигнал. Он же не знал, что это гильза. А даже мог быть пятерик Николая. Все, ищем дальше. Большие комки, тяжело ходить. Вот, смотрите. А вот, спереди идут следы. А вот сигнальчик. Да, он хрюкает, но он цветной. Может быть, чего-то руба, как-то неправильно. Но я такие сигналы копаю. Может быть, еще чего лежит. Сейчас выкопаю и посмотрим. Выкопал. Что-то разрыл. Много. Где-то вот тут. Не тут. Не тут. Опа, тут. Сигнал поменялся. Стал больше похож на совет. Может, руба лежал. Совет, ты где? Так, где-то... А вот, наверное, кусочек чего-то. Не. Вот здесь вот. И что ты? О, вот что-то есть. Что это, ушко? Или... Да, походу ушко, походу пуговка. Ха-ха, пуговка. Тоненькая какая, ровная, наверное, гладкая. Так, мы так ничего не увидим, секундочку. Вот это да, ха-ха, смотрите. Крутяк, какой рисунок. Я так понимаю, это пуговка какой-то губернии. Я когда-то такую находил, была черниговская. Может, это наша, полтавская. Ну, не знаю, посмотрю. Ушко есть. Ушко есть. Может, там и надписи есть какие-то. Во, такой у меня точно нет. Люблю пуговки. Зачетно. Сегодня уже коп удался. Елизавета, такая пуговка. А, звонил брату. Он сказал, что 30, 3 копейки, 3/4 чего-то стоят. Надо смотреть. Посмотрим. Забираем и покружим. Пуговка Полтавской губернии, но по годам, к сожалению, не нашел. Может, кто-то знает, тогда подскажите. Вот, смотрите, следы. Раз, два, три. И смотрите. У меня так бьет цветной металл. Ну, монета, но здесь много... Именно на доме мусора. Сейчас выкопаем и посмотрим, чего нам оставили. Ха-ха. Ногой дважды раз и о. Вылетело какой-то большой кругляшок. Кругляшок, ты кто? Не, по ощущениям не монета. Тоненькая слишком. Вот какая-то крышечка с баночки какой-то. Потому и била так, как монета. Так. Секундочку, сейчас почищу и посмотрим, чего это у нас. Вазелин какой-то. Во как! Какая красотень! Какая-то крышечка с каким-то красивым рисуночком. Походу чеканочка. С этой стороны вот так. Почищу, покажу. Если кто знает, от чего это могло быть, подскажите. И каких годов. Интересно. Интересно, красотень. Однозначно старина. В карман и продолжим.
С чего данная крышечка, я так и не нашел, но когда помыл, обнаружил следы эмали. Так что если у вас есть какие-то предположения, с радостью выслушаю. Закрою ветер. О, друзья, шел я отсюда. Вот мои следы, а вот старый след под катушкой. Обошел я со всех сторон его. 40-42. Не глубоко. Сейчас попробуем выкопать. Мусор так мусор. Но интересно же, как там люди копают одной рукой. А, наверное, ложка. О, да, кусочек ложки. Но все же цветной сигнал пропустили. Да, шмурдяк. Был у меня сигнал, друзья, как у Аськи колокольчик. Хотя цветной. Онлайн не стал копать после ложки, выкопал. И вот, смотрите, в комке так и торчит. Оп. Било 38, 40, 42, значит, это 1/2, ну, я хочу так думать, Александра 2 или 3, потому что Николая так не бьет. Сейчас посмотрим. Клац. О, смотрите, какой оттиск остался. Люблю, когда так. Красотень. Так, секундочку. Сейчас протрем. И посмотрим. Да, друзья, я оказался прав. Это 1/2 копейки, 1877. Ну, год вижу плохо. И смотрите, чья. Та-дам! Александр II. Крутяк. У меня такая есть только одна. Теперь уже две. Хо-хо. Зачетная находочка. Сегодня у меня суперовый коп. Забираем, а потихоньку идем к машине. Много еще работы. 1/2 копейки 1877 года, СПБ, Александр II, гурт, рубчатый, материал медь, вес монеты 1,64 грамма, диаметр колеблется от 16,15 до 16,3 миллиметра, тираж 1 290 000 штук. Иду потихоньку к машине, и вот опана. Согласен, похож на ту ложку, чтобы не слить батарею. Сейчас выкопаю. Если монетка, будем. А если ложка, удалю. Выкопал, не поменялся. Если что-нибудь полезное, я ставлю. А мусор удалю, зачем? О, ты где? Ну и где-то. Уже здесь. О, в руке. Опа, чего-то упало. Монета, хо-хо, монета. Тара-та-та-там. Империя. Не, может, конечно, быть и совет. Ранний, копеечка, например, по размерам туда. Так, секундочку, секундочку. Нет, это у нас все-таки империя. 1 копейка, какого года не вижу. Ну, состояние такое. Но ничего, попробуем почистить. Может быть, обещать не буду. Потому что данная монетка не в очень хорошем состоянии. Крутяк, все равно, зачетно, в карман. Идем дальше к авто. 1 копейка 1895 года, СПБ, это у нас Николай II, материал медь, вес монеты 3,28 грамма, диаметр 21,7 миллиметра, тираж 18 200 000, 7 штук. Ну что, друзья, как-то вот так вот, чуток замерз, ветер сильный, не знаю, как будет видео, пытался закрывать своим огромным пузом. Должна же с него быть какая-то польза.
Не знаю, мне понравилось. Есть интересные находочки. Елизаветина монетка, я думаю, 2 копейки. Александра II порадовала. У меня таких монеток одна более-менее, одна убитая. А будет еще одна. Состояние не знаю, посмотрим. Да и так, советик. 3 копейки 34 года. Звонил брату, говорит, чего-то стоит. Ну, вы-то, наверное, уже видели, а я-то не видел. Мне интересно. Вот вам тема к раздумьям. Некоторые говорят, советы неинтересны, не поеду, не буду. Я езжу везде, где можно, копаю все, что звенит чистым. И бывает, попадаются интересные советы, так как по царям у нас не очень большое разнообразие. В основном Николай, изредка Елизавета, Екатерина. Так что как-то вот так. Спасибо, что смотрели, спасибо, что копали. Кому видео не понравилось, ставьте дизлайк, конечно, пишите только без мата. Все, что с матом, удалю. А люблю здоровую критику. И вообще же не красная девица, что вы всем нравится. Как умею, так снимаю. Ди Каприо с меня еще тот. Так что как-то вот так. Если видео понравилось, то тебе палец вверх. Подписывайтесь на канал. Ссылочка есть под видео. И будет в конце видео такая картинка. И по ней клад. И будет вам счастье. Все. На сегодня все. Я думаю, еще снега не будет. Мы еще с вами выйдем в этом году покопать. Удачи вам. Вот так у нас по находкам, так сказать, видео. Ну, у всех на лопате, у меня на сумке. Вот та ложка, которая била как монетка. Еще какая-то штучка. Снимал, но вырежу. Какая-то коробочка или крышечка, или накладочка с красивым цветочком. 2 копейки Елизаветы, я так думаю. 3 копейки 34 года. Может быть, стоит будет как мороженка. Какая-то ручечка или конинка, не знаю. Одна, вторая Александра II. Крутяк. Пятачок 37-го. Пуговка. Ну, пуговка вообще зачетная. Какой-то губернии. Узнаем, напишем. Да вы же, наверное, знаете. И одна копейка то ли Александра II, то ли Николая II, то ли Александра III. Не знаю, там будет видно. Вот как-то так. Не забудьте подписаться и поставить палец вверх.